Как странно, как сложно и не всегда справедливо устроена жизнь. Из каких неожиданных, полярно противоположных, абсолютно противоречивых событий и фактов, высоконравственных побуждений и предательски аморальных проступков сотканы наши будни. Здравствуйте. Два сотрудника милиции, следователь, капитан милиции, и оперативный сотрудник, майор милиции, оба сотрудники отдела внутренних дел города Кызылкыя, Баткенской области, бросились спасать водителя горящего бензовоза. Это случилось 27 октября на дороге Бишкек-Ош. Автоцистерна перевернулась на горной дороге и загорелась. Сотрудники милиции, случайно оказавшиеся на этой же дороге, в этот же самый злосчастный час, не проехали мимо, не остались в ряду равнодушных свидетелей ДТП. Они предприняли все возможное для того, чтобы спасти человека, оказавшегося в плену полыхающей машины. О чем же они думали в этот момент? Во всяком случае, не о себе, не о своем здоровье и благополучии. Потому что горящая топливная цистерна – это бомба, которая взрывается всегда неожиданно и имеет огромную убойную силу. Конечно же, милиционеры не думали о себе. Они выполняли свой долг – гражданский, профессиональный, просто человеческий. Долг, который Создатель закладывает в каждого из нас с рождения. Сегодня капитан милиции Оразмат Акуналиев находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Но 30-летний молодой организм отчаянно борется за жизнь. К великому сожалению, майор милиции Дильмурат Шамшиев умер на больничной койке. Полученные им ожоги оказались слишком обширными и тяжелыми. Раны несовместимы с жизнью, обычно в подобных ситуациях констатируют врачи. А ведь ему было всего лишь 41. Он ушел из жизни в тот день, когда его коллеги отмечали свой профессиональный праздник – День милиции. В тот самый день, когда капитан и майор милиции боролись с огнем, спасая жизнь водителя бензовоза, специалистами органов национальной безопасности были задержаны сотрудники УВД города Ош. Два капитана и майор. Они находились в розыске по уголовному делу о вымогательстве 400 тысяч сомов. Угрожая уголовным преследованием за якобы совершенное изнасилование, они вымогали у жителя Ошской области 400 тысяч сомов. 25 октября при получении 100 тысяч сомов сотрудниками спецслужб был задержан посредник, а спустя два дня были задержаны и главные фигуранты дела – сотрудники милиции. Буквально позавчера, то есть 2 ноября, ГКНБ были задержаны сотрудники столичного УВД и УВД Свердловского района города Бишкек. Они подозреваются в вымогательстве 3500 долларов у гражданина иностранного государства и в покровительстве проституции. Вместе с сотрудниками милиции задержан и водворен в СИЗО ГКНБ и гражданин Пакистана, подозреваемый в посредничестве. Ну и, как водится, в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для определения круга причастных к этому преступлению лиц. Степень вины фигурантов этого уголовного дела определит, конечно же, суд, но это уже отдельный разговор. Сейчас речь не о том, кто и какое наказание получит за совершенные деяния, а речь о том, как, когда и по какой причине человек становится на путь преступлений, что заставляет его напрочь забыть о чувстве долга, о профессиональной чести и человеческом достоинстве. Казалось бы, Оразмат Акуналиев и Дильмурат Шамшиев и эти подозреваемые в совершении уголовных преступлений служили в милиции, принимали одну и ту же присягу, носили одну и ту же форму, имели одни и те же обязательства перед обществом, страной, но одни честно и с достоинством выполнили свой профессиональный долг, другие вступили на путь противоправных деяний. Так где же эта черта, эта грань, после которой человек в милицейской форме либо становится героем,
либо перерождается в оборотня. Эта грань, наверное, чувство долга, ответственности перед собой и обществом прежде всего. Чувство это, заложенное в каждом из нас с рождения, очевидно, не у всех людей получает достойное развитие. Тем, у кого это чувство так и остается в состоянии эмбриона, наверное, не стоит брать на себя ответственность и обязательства стража закона. В них живет и развивается другое, противоположное чувство – безответственность и жадность. С таким багажом очень легко переступить грань порядочности и профессионализма. Но что самое важное, люди в форме стражей правопорядка, способные предать профессиональные интересы и нарушить присягу во имя наживы, несут в себе потенциальную угрозу не только общественной безопасности, но и национальной безопасности страны. А вот это уже больше, чем рядовое уголовное преступление. Всего вам доброго!